Возможно, он не такой разговорчивый или остроумный, как робот R2-D2 из «Звездных войн». Но в НАСА говорят, что этот робонавт R2 будет важным сотрудником на Международной космической станции. Робот создан в космическом центре Джонсона в штате Техас. Это продукт партнерской программы General Motors и НАСА. R2 выглядит как настоящий астронавт в скафандре. У него есть голова, торс и две руки, которые могут брать предметы так же, как это делает человек. Он создан специально для работы в невесомости и будет выполнять сложные или однообразные задачи, которые раньше на МКС осуществляли люди. R2 оборудован новейшей системой управления, сенсором и визуальным устройством. На начальной стадии робот-астронавт будет работать только в лаборатории космической станции. Однако конечным этапом будет вывод робота в открытый космос для выполнения задач с внешней стороны космического корабля, а также передвижение по поверхности Луны и Марса. Компания GM говорит, что R2 сможет приносить пользу и на Земле, в частности, выполнять однообразные задачи или работать в опасных условиях.